владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. У обладателя, согласно L в имени, тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. В личной жизни они стремятся к материальной стабильности и стараются обеспечить себе достойную жизнь в будущем. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Сцена – лучшее место для словесных битв таких людей, именно поэтому из них получаются гениальные актеры. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Эти энергичные люди не позволяют себе предаваться мечтаниям, воспринимают только очевидное и реальное, доверяя прежде всего себе и своему здравому смыслу. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.